Наше общее дело, чтобы в Республике Татарстан, да и не только, как мы знаем, больше, чем в 100 странах мира, были воспитаны, были подготовлены замечательные специалисты, замечательные граждане своих государств и, конечно, патриоты. Лига студентов – это молодежная студенческая организация, которая уже более 25 лет решает социально-экономические проблемы студентов и аспирантов, а также защищает их интересы. Накануне состоялся 10-й конгресс студентов Республики Татарстан. Более 800 делегатов из разных уголков региона стали его участниками. Конгресс студентов Республики Татарстан проводится уже с 1996 года. Это будет юбилейный 10-й конгресс. Он объединил студентов со всей республики. С каждой образовательной организации, с каждого вуза, института, техникума, колледжа придут сегодня представители суда в КСК «Уникс», где они будут определять дальнейший вектор развития Лиги студентов на ближайшие два года. В рамках конгресса участники обсудили деятельность Лиги студентов за последние 5 лет. Также были внесены изменения в устав организации. С течением времени потребность в них растет. Для повышения эффективности работы Лиги необходимо опираться в первую очередь на актуальные тенденции развития направлений деятельности студентов. Наблюдается в последнее время спад интереса к науке, к научным исследованиям, поскольку вот мы проводим открытый конкурс научных работ. И заметили, что в прошлом году заявок было куда больше. Участников было куда больше. С каждым годом ребята уходят, либо в целом уходят, либо уходят в творческие направления. Хочется все-таки возвращать их в науку, потому что наука все-таки двигатель прогресса. Не зря РАИС Республики вводил 10-летнюю программу по развитию науки в Татарстане. И я думаю, что это очень важное направление. Самым знаковым событием вечера стали выборы нового президента Лиги студентов республики. В этом году на пост претендуют 2 кандидата – Никита Лобанов и Шамиль Якупов. Вообще, на данный момент у нас здесь по 2 наблюдателя с каждой стороны, со стороны Никиты и со стороны Шамиля, плюс еще дополнительные наблюдатели со стороны общественных организаций. Уже этим вечером имя победителя станет известно. Маргарита Михайлова, Андрей Багаудинов, Универньюз. We'll be right back.